В Государственном лицее искусств провели мероприятие ко Дню Победы. В фойе образовательного учреждения выставлены картины в стиле 40-х годов прошлого столетия. Экспозиция картин стала самой запоминающейся частью мероприятия. Сегодняшняя выставка на тему 9 мая – День Победы. В сегодняшней выставке приняли участие средняя и старшая студия. И они в разных видах изобразили свои работы, но в каждой работе они показали радость и победу. Выставка наша продлится до 17 мая. И табуовцы, если кто-то хочет, посетите нашу выставку. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить с великим праздником – Днем Победы. Директор лицея Рима Блиева отметила в своей речи важность и особую значимость этой великой памятной даты. Также директор выразила благодарность учащимся школы за ответственный подход к подготовке памятного мероприятия. 9 мая – это самый главный праздник не только в России, не только в Южной Осетии, но во всем мире. Потому что 9 мая ассоциируется со свободой, ассоциируется с тем, что каждый из нас имеет право жить на этой земле. И эту свободу нам принесли люди, которые бились с 1941 по 1945 год на фронтах Великой Отечественной войны. Каждый год в лицее мы отмечаем великий праздник Победы. Каждый год юные художники нашего художественного отделения на своих рисунках запечатлевают свое видение мира и свою огромную благодарность тем солдатам, которые принесли свободу на эту землю. Здесь также прозвучали песни военных лет, которые помнят и знают на всем постсоветском пространстве. Участникам мероприятия удалось как нельзя точно передать дух и настроение эпохи Великой Борьбы и Великой Победы. Школьная детвора со свойственной ей непосредственностью и искренним блеском в глазах поздравила сограждан, пожелав им мирного неба над головой. Сегодня великий праздник, это День Победы. Наши прадеды, деды воевали на этой войне. И они отдали жизнь, чтобы мы сейчас жили так хорошо, чтобы мы были счастливы. И мы должны о них помнить и всегда ими гордиться. С праздником, с Днем Победы! Сегодня в Лицее искусств прошло мероприятие, приуроченное к 79-летию Великой Победы. В этом мероприятии принимала участие вся школа. Хочу поздравить весь народ Южной Осетии с праздником Великой Победы. Я бы хотела поздравить всех с Днем Победы. Сегодня этот величайший день. На войну шли наши прадеды и прадедушки, прабабушки, бабушки. Они воевали, они помогали всем. Вся страна была вместе, они вместе воевали. Хочется сказать спасибо за то, что они совершили эту победу в этот день. Лицей по-прежнему не изменяет сложившимся традициям, отметив праздник Великой Победы с присущей ответственностью и вниманием к исторической памяти. Анна Гаева, Сарбат Гузитаев, информационный выпуск сегодня.